За последние несколько лет представление о том, как должна выглядеть первомайская демонстрация, сильно изменилось. Все большую популярность набирают так называемые монстрации. Убираем приставку «де», рисуем абсурдный или аполитичный плакат и объединяемся с другими монстрантами. Получается то ли хэппенинг, то ли современный городской карнавал, но что-то определенно не скучное. Первая в России монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году. Сейчас ежегодные первомайские хэппенинги проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Перми и Владивостоке. Все большую популярность приобретают костюмированные шествия, хотя главным условием остается наличие у каждого монстранта концептуального и или парадоксального лозунга. Последние пару лет мы в Новосибирске пытаемся из-за ужесточения закона о митингах, мы тоже не хотели под этот закон подпадать, там стали большие штрафы, там, например, нельзя надевать маски на лицо, а у нас уже очень много людей приходят в костюмах с масками, да, и как-то странно их заставлять их снять, потому что сейчас по новому закону это нарушение, нельзя скрывать лица на массовых акциях. Вот, и мы пытаемся зарегистрировать ее как культурное событие, но у нас по разным причинам это пока не получается. Несмотря на то, что монстрация изначально лишена какой-либо политической окраски, тем не менее она частенько вызывает недовольство местных властей. По идее, такие мероприятия должны согласовываться. Однако в основном монстрации проходят несанкционированно. И не без причины. Уместно вспомнить, что в 2010-м, когда первый подобный хэппенинг должен был пройти в Петербурге, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, куда обратилась инициативная группа с уведомлением о проведении мероприятия, отказалась согласовать предложенные маршруты и фактически поставила мероприятие вне закона. В Нижнем Новгороде монстрации пока не проходят, но это только пока. Как показывает практика, нужно-то всего ничего. Идея и пара единомышленников.